Массовые беспорядки, захлестнувшие Казахстан в начале января, это беспрецедентный акт агрессии, заявил президент Республики Казахстан Токаев. Также он высказался, что нет сомнений, что это была террористическая атака, в которой участвовали в том числе боевики с Ближнего Востока, хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков, преимущественно из стран центральноазиатских, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Прошедшие беспорядки войдут в историю как алма-атинская трагедия. Далее Токаев еще сообщил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнется через 2 дня и займет это не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через 2 дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Так сообщил Токаев перед депутатами парламента. Так что никто не останется на территории Казахстана из стран договора. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.